Новая система рекомендаций «Моя волна» в приложении Яндекс.Музыка. Знает, что понравится. Ссылка в описании. Всем привет! Я приехала покупать подарки Софи. Ну что, я уже нахожусь на садоводе, и прямо сейчас мы отправимся покупать подарки Саше. На наш с вами любимый садовод. Вы спросите, почему именно садовод? Я отвечу, что на садоводе очень много всяких приколдесных штук, которые можно подарить Саше по фану. Предыдущая такая часть вам очень зашла, и мы решили опять поменяться дешевыми подарками. Не будем медлить, погнали! Погнали выбирать. Это еще типа красиво было. А подарки, кстати, мы будем покупать не обычные, а по цветам. Всем привет! Ваша любимая рубрика, друзья, меняемся подарками! Мы подготовили по 5 подарков разных цветов. И разных цветов. Вот я уже сказала, только что. 5 разных подарков ты сказала. Разных цветов сказала. Я сказала разных цветов. Прикол? Прикол? Переслужишь. Давайте, кто сейчас выиграл в эту спорь? Да, это же вообще все. Соб, ну я так понимаю, у тебя тут подарки Шанель, ЦУМ, ты где закупалась? Да, однозначно, я была в ЦУМе, я купила тебе самые дорогие подарки, которые вообще только могут быть. Ну, у меня тоже Louis Vuitton, знаешь. Друзья, на самом деле, хотим открыть вам страшную тайну. Это все дешевые подарки с садовода. Перед просмотром этого ролика обязательно ставь лайк и не забудь подписаться на канал. Ну, а мы поехали! Какой размер 42, да? Софи, купер, кассир. Люда! Не-не-не, здравствуйте, а можно булочку, пожалуйста? 50 рублей, деньги бумажные давайте. Да, тут просто no comments. Прикольно, по-моему, берем. А сколько стоит? Первый цвет красный. Сашенька, дорогая моя, сейчас трудные времена, вообще в блогинге, да. Всегда должен быть какой-то запасной вариант, какой-то там работки, да. Я тебе дарю специальную униформу, и ты сама выберешь, какая профессия тебе больше подходит. Это уборщица? Сколько это стоит? 5 миллионов долларов. У нас в таком работала тетя Галя в школе, ты помнишь? Да, поэтому можешь тетя Галя присоединиться. Ребят, пишите в комментариях, как вам. От цены от 1 до 10 крутости этого подарка. 10. А у меня красный подарок есть тоже. Жду не дождусь. Сейчас, можно я только тетя Галя на пару сниму? А что там? Скоро Пасха, по идее, можно подарить яйцо. Смотри, Вась, тут сюрприз. Как думаешь, открой, сюрприз тебя ждет. Может, подарим ей сюрприз? Что там давай, может быть? Я не знаю. Я думаю, твой красный подарок в этом красном пакетике. Ты совершенно права. Это красный пакет, и в нем красный подарок. Дело в том, что я сама не знаю, что там. Ну вот смотри. Это киндер сюрприз. Да, но дело в том, что это не киндер шоколадный, это какая-то белиберда с садовода. И что? У нас сейчас идет пасхальная неделя, Соу, поэтому вот тебе подарок на Пасху. Мам, можно дать ножик? Ты знал, на какой минуте она это попросит. Чё? Что ж, в этом подарке смотрите в телеграм-канале у Софы. Ссылка в описании. The next present. Present. Розового цвета. Английского. Конечно. Что у тебя розовый? Где? Серьезно? Ты правда сейчас говоришь, что я стану на видео? Я это вставлю. Нет. Да. Роз, подожди, потом на утверждение. Я подарок. Да, на утверждение. Розовый подарок в розовой коробочке, соответственно. Блин, я Шанель хотела. Нет, Шанель будет потом. И то, Шанель садовода меня не привлекает. И пакет тоже Шанель садовода? Нет, у нас был такой. У нас что-то что, сейчас Шанель? Так. Вот ты уже открыла. Недавно в сети появился такой персонаж, как бабушка Хади Вади. Так как Саше зимой исполняется 20 лет, она уже прям конкретная старушка, поэтому мы решили подарить ей вот такую вот прикольную штучку. Ну вообще, это не просто игрушка. Смотрите, что она еще может делать. Все мы люди, все мы иногда грустим, и чтобы скрасить иногда свое настроение, я тебе дарю вот этот подарок. Открывай. Пускай ребята первые увидят. Ребят, скажите, это хрень? Yes. Знаешь, что? Это что? Знаешь, что это? Не знаю, хрень какая-то. Это Хаги-Ваги. Это Хаги-Ваги? Именно, но это не просто Хаги-Ваги, а... Тут 20 песен. Папа любила, Мария наманила. А там есть Венера и Юпитер, как обычно? Прикольно, реально, можно песни за состояние поднимается. А еще он протрет голос, смотри, тут вроде я не разобралась еще. Раз, два, три, четыре. На-на-на. На-на. На. Парарам. Пум. Парам. Саша. Потом он повторил. Бабу. А, вот он втает голос. Теперь у нас здесь вторая штучка, которая втает голос. В предыдущем видео он повторил мне хомяка. Да подожди. Который тоже повторяет, он тоже очень смешной. Мне нравится этот Хаги-Ваги. А как он повторяет, правда? Ты думаешь, что встроенный бугай? Я
рассказывайте. Там внутри в этом горшочке сидит маленький попугай живой. Настоящий, который питает. Обычно вот попугай, типа, знаешь, можно было потом попугай вставлять игрушку. Нет, а в игрушку ставят попугай. Саша, куда попугай вставлять игрушку? И какую? Шутка зашла слишком далеко. Теперь твой розовый подарок. Он явно уступает твоему. Спасибо. Значит, смотрите, какой маленький зонтик мы нашли. Вась, что думаешь? Ну, я говорю, она вот так вот просто взяла, наверное. Оп, все, я в домике. Хотели купить зонт, а получилась шляпа. Что точно от дождя закрыться. У меня самый большой в этом пакете у меня этот подарок. Если честно, это такая безделушка, которая вообще никому не нужна, и тебе тоже. Поэтому можешь даже не смотреть. Ты можешь использовать это как шапку. Что, перептиц? Это маленький зонт. Да. Как раз для меня. Вася сказал, давай Софи шапку подарим. Это очень смешно. Подождите, меня не смущает только то, что папа пришел, и его не смущает, что мы снимаем видео, он просто тупо шуршит там. Пап, тебе нужен зонт такой? Ты что, хочешь уже сбагрить его? Черный подарок. Саша давно хотела себе купить какую-то брендовую вещь, но так как сейчас как бы кризис в стране, все очень подорожало, мы ей купили колготки Louis Vuitton. Еще одна брендовая вещь в твоем гардеробе. Но! Мама, она будет твоей, если ты угадаешь бренд. Louis Vuitton колготки! Ты как увидела, а подумала, пакет, все, точно, есть. Точно беру, посмотри. А правда есть такие колготки от Louis, да? И просто это типа подделка? Нет, это оригинал, ты что? Ребята, ну мне прям нравится. Я потихоньку собираю себе люксовый брендовый шмот. Я в ней пойду на какое-нибудь мероприятие точно. Мой подарок, что? Ничего, Соф, пойдет она. Ты за дом пойдешь. А помогает мне сегодня мой друг Вася. И Вася говорит: нужно брать кринжатину, самую кринжатину. Мы пришли, нашли часы и походу думаем роликсы брать. Но нет, какие-то дорогие у вас, 3500? Да. Да. За сколько нам надо? За 500. Нам нужны роликсы за 500 рублей, у вас есть? Ну, точку. И чем хуже, чем настоящие, да? Да. У вас есть такие? У вас, у вас самого? Не-не-не. Почему? Они богатые, что ли? Ой, они какие-то большие. Спасибо. Вот так вы выглядели бизнес-вумен из Москвы. Теперь у меня реально есть ролик. Ты не представляешь вообще, что это. Я всегда хотела, чтобы это было у меня. Но это теперь в нашей семье будет у тебя. Ты будешь самая крутая вообще, в принципе, я думаю, на этом районе. А что может быть крутое такого маленького размера? Мне кажется, очень интересно. Это роликсы! Теперь у тебя есть настоящие роликсы. Роли на руке. Так, не обращай мне внимания. Магомед снял свои. Они не тикают. Роликсы за 600 рублей вряд ли будут тикать. Жесть, они, во-первых, очень грязные. Но... они очень грязные, ладно, да. Ладно, закрой на это глаза, окей. Роли на руке, я не жду забыли. У кого появляются роликсы с тобой за 600 рублей, автоматически становятся такими. Нет, автоматически превращаются в дау. Они грязные, плохо пах и не ходят. Самый лучший тебе подарок, ладно. Куда кинула? Роликсы! Следующее, что я хочу подарить Саше, это парик. Сашуль, чтобы тебе каждый раз не наращивать и вообще не париться, можно просто надеть парик за 300 рублей. Ушла по-английски. Саш, ты постоянно выдираешь свои волосы. Ну просто, ну постоянно. Она вот так вот их чешет, у нее они выдираются клочками. Чтобы ты не парился, ну-ка закрывай глаза. Не открывай, я тебе говорю, уникальное. Ты что, парик? Нет, тебе просто облегчит жизнь эта вещь. Стоп, не открывай! Блин, свет не совпадает! Я думала, они вот эти мотив! Открывай! Та-ра-ра-ра! Мне реально казалось, я даже по фотке сравнивала, мне казалось, что это один в один цвет. Что-то я прогадала немного. У меня же золотые волосы. Слушай, ну тебе нравится подарок? Нет. Ну, тебя не спрашивали. Так и моя сестра может сказать, тебе нравится подарок? Нет, но тебя не спрашивали. Пап, ты идешь, глянь на меня. Ну. Спасибо. Уровень заинтересованности нашего парня. Ушел вниз. Там, конечно, были за 1500 и за 13, но я решила за 300. Я вам в конце покажу свой полный образ в колготках Луи, в костюме уборщицы и в этом парике. Вы просто зацените. В общем, проблема в том, что у меня нет золотого подарка. Отлично. Не могла даже золото своей сестре. Видео заканчивается. Это золото потом за 300 рублей. Обычно говорят, подарки не передаривают, но этот подарок ты просто должна будешь подарить. Ты сейчас поймешь, почему. Ваську. Ребята! Ребята, вы не представляете, что мы нашли, короче. Это, конечно, немножко не для Софи подарок, но... вот, хочу только Софию. Можно? Подарю Софи и скажу, чтобы она Васе отдала. Трусы? Это трусы. Открывай. Хочу только Софи. Это, пожалуй, лучший подарок на сегодня.
сегодня хочу только Софию. Какой ужас, господи, реально кто-то такие трусы покупает? Ты просто представь, как он вечером снимает штаны. Саш, я не могу представлять. Какая была бы твоя реакция, если бы ты увидела, как пацан снимает штаны, а дама такие вот трусы? Пришел первый раз, тебе свидание. Я бы вышла за него замуж сразу. Васек, я тебе невесту нашла. Соф, мы просто обязаны снять коллаб про наши подарки. Это такое совместное видео. И сделаем мы это в новом приложении Япи. Я совсем недавно его себе установила. Ты тоже скорее поставь, и мы снимем коллаб. Давай. Установила? Да. Супер, я открываю медиакомнату. Готово, теперь мы снимем каждое свое видео и объединим их в коллаб. Итак, ребята, я дарю Софье вот этот пакет. Как вы думаете, что там? Такое вот яйцо. Что думаете? Пишите в комментариях, что там, по вашему мнению. Вау, как офигенно. Да, публикуй скорей. Сделала. Люблю позалипать на видео в ленте. Я здесь каждый день и каждый раз нахожу прикольные видосы. Помню, в детстве я мечтала стать популярной и быть на виду так же, как знаменитости. А теперь, чтобы быть на виду, достаточно просто скачать Япи и выкладывать свои видео. В Япи ты сможешь стать популярным. Поэтому залетай и начинай творить. Ссылочка в описании. Ну и на финиш я оставила вот этот вот пакетик в сумку белого цвета. Как думаешь, что там из одежды? У меня сегодня очень много всего из одежды, в конце примеришься. Футболка. А, не совсем. Шапка. Нет. Майка. Сейчас увидишь. Мы нашли очень прикольные носки с надписью. Когда покупали, даже продавец поржал над нами. Саша очень любит постоянно командовать. Именно поэтому я дарю ей вот такие вот special носки, на которых написано... Командир! Ну, это прям я. Если дарю вторые носки, но уже немного с другой надписью. Расщедрилась. Если ты будешь спорить с каким-то мальчиком, и у тебя закончатся аргументы, то ты просто можешь показать ему свои носки, и он отвянет от тебя. В таком случае он меня не отвянет, потому что... Заключение? Да, комасись, то ты прав. Скорее мальчик победит. Соф у нас недавно начала заниматься спортом. Мы хотели ей купить крутой новый спортивный костюм. А он стоит 6500, вы представляете? Я готова была за 650 рублей максимум. И то много, и то я готова была торговаться. Смотрите, как много прикольных футболок. Надо Ване купить, пожалуйста, включите коржа. Софи, мне кажется, просто самое то. Итак, твой последний подарок. Это тоже одежда. Это белый цвет. И ты знаешь, моя хорошая, я давно хотела тебе это сказать. В общем, береги голову свою. Это опять типа кепки. Это... Береги голову, вдруг там мозги. Ну и какое качество. Ну, какое качество. Вообще кайф, ребята, перевоплощение. Ну как я вам? Я считаю вообще по красоте переходы, которые... Мне так нравится мой переход. Мне очень нравится, например, по размеру. Ходи так, Сопочка, ходи, голову береги. Вдруг там мозги. Ну что, ребят, как вы считаете, у кого подарки круче? Кстати, ребят, как вам моя шапка? Сова просто всегда смеется, когда смотрит на меня, когда я в этой шапке. Я говорю, Вася, у меня нормальная шапка или смешная? Он такой, нормальная, смешная. А вы что думаете? Ребят, спасибо вам, что смотрели до конца. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме, везде, где хотите. Мы везде активны. Что еще вам сказать? Пишите в комментариях, если вам реально зашла эта рубрика и вы хотите больше таких видосов, потому что нам лично очень нравится такое снимать. Ну все, ставь лайк, подписывайся. Все, друзья, всем спасибо. Всем пока. Давайте разыграем эти подарки. Об этом в наших Телеграм-каналах. Когда не успели до закрытия купить все подарки. Взял себе ролик с Гуччи, нет, я не мажор. Я заработала самый, я всех круче. Это клип Саши Айс. Да, вот, закрывается, мы подарок не купили, Вася. Надо вот так, так.